Ромашки, ну просто... И тут подрывники суетятся, как последние... Заложили 500 килограмм тола или тротила. Его знает. Провода у них длинные, как... Ну и тут надо было дернуть за... Ну же... Главный их не орет, но махнул платком. Но только по платку. Прошу. Если дернешь без платка, мы ж на борже. Не надо тебе дергать без платка. Не стоит вот тебе там как бы дергать. Ну, он только собрался, тут все готово. Огромная боржа, поле огромное, ну, как это... Огромное и ни одной вокруг. Плоское, ну, действительно, как... Очень похоже на... Ну, такое все прямо... Ну, вроде как бы... Он уже поднял платок, мы думаем, ну... Бинокли! И тут кто-то как заорет: стоп! 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 Типа, прошу! Стоп! Ну, умоляю! Главный мегафон! Кто крикнул стоп? Кто крикнул стоп? Я сейчас из нее... Я ее сейчас... Кто? Мы ж боржа! Мы ж в определенной точке! У нас заднего хода же нет! Нас же как бы несет, как тормозить, какой ногой, об какие берега. Я сейчас уволю, а я, в общем, на вас, на вашу боржу, на ваш канал, на всю эту вашу степь с вашими этими окрестностями. Ты ж смотри, какая-то плывет вещь. Глядят все, всплыл, тротила, летол. Вся в проводах. Никто ж не знает. Они ж специалисты. Как она ту боржу догнала? А мы ж все на борже. Они там дернут. Мы ж разлетимся, как вороны. Мы все цепляемся за борта. Если они дернут, а тот пацан... Если б не тот, я вначале говорю: что ты орешь? Ты молись. Ты этого пацана должен поцеловать. Ты должен его обнять. Это ж был бы полный... Ты б свою туську никогда... Вот такая приключилась, ва.